кабіна туриста. Велич, Макс ДМ. Идея трека принадлежит Noizu MC, за что ему гранд мерси. Поехали! Там, куда дорогу не найдешь через Google Maps, без рабочих мест выживает поколение Next. Это не бунт и не протест, но имеет вес. Мы пишем тексты, чтобы вызвать интерес. Не рвись на небеса, когда ты даже не знаешь основ. Так получилось, что мой рай из 9 кругов. Прости моих врагов, я против них идти готов. И сил хватало мне, даже когда было достаточно слов. Пусть мы одни и нас немного, но мы не одиноки. Мы пишем строки вопреки громким крикам убогих. Тем, кто тут делает ад, а потом делает ноги. Тем, кто буквально понял мою песню, был бы богом. Где только не жил, но раем это не назвать. Климат подводил, да и вообще не божья благодать. В поисках рая не замечаем его под ногами. Здесь родные с друзьями, и значит рай рядом с нами. Наверное, это мой рай. Бухим валяться в гримерке, в Москве, Париже, в Нью-Йорке. Наверное, это мой рай. Наверное, это мой ад. Просыпаться с похмельем, в Москве страдает бездельем. Пока тур не забили, снова по всей России. Наверное, это мой рай. Мой рай, твой рай, будто общего нет рая. Избегаем края, за него не заступая, зная, что нет победителей и лузеров в этой игре, которая зовется жизнью, и ты играешь, ей. Если уж на то пошло, мой рай, когда по плану все, чего хотел, того добился. И фишку жизни просек, влюбиться, пожениться, вырастить родного сына, мирная работа, уютный дом, своя машина. Вроде бы банально все, как ни крути, но счастье состоит из мелочей, как из кадров кино. То-то и оно, что жить и не нуждаться ни в чем. Это и есть рай на земле, когда жизнь бьет ключом. И вспомнить старости о том, с чего мы начинали, о том, чего хотели и чего мы добились в финале. Оставить что-то ценное, что значит он здесь был. Мой рай, жить, чтобы никто обо мне не забыл. Наверное, это мой рай. Бухим валяться в гримерке, в Москве, Париже, в Нью-Йорке. Наверное, это мой рай. Наверное, это мой ад. Просыпаться с похмельем, в Москве страдая бездельем. Пока тур не забили, снова по всей России. Наверное, это мой рай.